Доброе утро, здравствуйте, большой привет. Говорим об экологии сегодня вместе с Нураим. И, конечно, не могли не позвать человека творческого. Причем имя-то характерное такое. Роза, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. У нас в гостях цветет, радуется. Ну и в скором времени, конечно, исполнит нам шикарную песню. Но об этом немного позже, пока вот давайте все-таки поговорим. Роза, вот вы беспокоитесь о том, что происходит вокруг? Естественно. Каким образом вот вы защищаете окружающую среду? Знаете, я великая кошатница, вот, и мне очень беспокоит, естественно, уличные животные, городские, потому что я городской житель, если бы я где-то жила за городом, то, естественно, там были бы другие насущные проблемы, а у меня обычный пятиэтажный дом, в котором я живу, естественно, есть уличные кошки, которые выводят своих потомства, выводят своих котят на улицу через определенное время. И, естественно, их подкармливаю. Если кто-то болеет, я, естественно, стараюсь их лечить. Даже возила в ветеринарную клинику. То есть стараюсь всячески, как бы, потому что это в то же время это наши доктора нашего города. Они охотятся за крысами, мышами, тараканами и всякими остальными живностями. Вот. Ну, мы уже говорили о том, что американские ученые говорили, в свою очередь, отметили следующее. Кошки являются угрозой, потому что они съедают грызунов, но в то же время все мы понимаем, что сытые в кошки — это меньшая в угроза. В городе, да, это, мне кажется, замечательно. Я совершенно согласна, что они избавляют нас от мышек, от крыс, которые достаточно назойливы. А вот расскажите, пожалуйста, о вашем творчестве. Как вы пришли к тому, что начали петь? Я, конечно, любила с детства петь, кружиться, танцевать, как все девочки маленькие в детстве любят стать либо певицами, либо танцовщицами. Но мне как бы импонировало больше петь. Не знаю, мои кумиры, наверное, были на тот момент. Это Уитни Хьюстон, Абба, естественно, как ансамблевая группа. Вот. И я, естественно, старалась им подражать. Потом, естественно, как-то перешла более на латиноамериканскую культуру, потому что это музыка-зажигалочка. Вот. И, ну, и потом, в конце концов, пришла к тому, что нужно заниматься музыкой. В 6 лет я слезно просила родителей отдать мне музыкальную школу. Сначала класс фортепиано. Вот. Ну, меня маленькую, естественно, не взяли. Было советское время. А потом, конечно же, уже ближе, наверное, к концу 11 класса обычной средней школы я закончила, естественно, музыкальную школу, пошла дальше, параллельно училась и в университете, и в музыкальном училище имени Куренкеева. Вот, потом дальше поступила в консерваторию нашу имени Калы Молдобасанова. То есть и уже на вокальный факультет по вокалу эстрадному. Мне хотелось все время равняться на зарубежных звезд, потому что это все-таки некий уровень. Это планка. Планка, да, до которой хотелось бы дотянуться. Та же Лара Фабиан, еще что-то. Это великие школы, которым можно равняться. Ну вот вы рассказали о том, что, скажем, вдохновляло вас на протяжении всего творческого пути. Кто сейчас является примером для подражания? Сейчас, конечно же, Лара Фабиан и Уитни Хьюстон, они так и остались в приоритете. И Абба, потому что так как их звучат голоса на 4 голоса, и мужские, и женские, этого еще, по-моему, никто не повторил. Ну, кроме хора турецкого, конечно. То, с чего начали, к тому и вернулись. Да. Ну, естественно, мне нравится классика, латиноамериканская музыка. Вот у меня, ну, естественно, мне нравится что-то такое роковое направление, гранжа, да. Но, опять же, это более все к женскому вокалу ближе, да, что-то, чтобы можно было исполнить. Вот, была своя группа. Тоже свои исполняли авторские. А вот вы говорите, что вы любите латиноамериканские песни. А что вы нам сегодня исполните? Сегодня, к сожалению, это не будет латиноамериканская песня. И как бы мой костюм тоже об этом говорит. Ну, сегодня я бы хотела исполнить из репертуара бельгийской группы Vaya con Dios. Опять же, ну, испанский перевод, да, «Ступай с Богом». А песня называется «Hey, na, na, na». Давайте послушаем. На-на-на. Поем с нами, да? Meet me down in Curlyperson. Hey, na na na. Hey, na na na. In a bush and thorn, it's all I know. Mary Lou Swingin and a flogger. Hey, na na na. Hey, na na na.
Hey, la la la. Oh, la 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 la. La la la. La la la. When I push the door, I suddenly know that Mary Lou singing on the floor. Hey, la la la. Hey, la la la. She came in and sang the wrong, she romped across at the bladder song. Hey, la la la. It was red and humble tree, but in